Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится Apple Watch 8. И сейчас я покажу вам, как измерить пульс. Итак, для начала нам надо надеть часы на руку. Сейчас я это сделаю, постараюсь. У меня обычно это не очень хорошо выходит. Все, я надела часы. Далее, что мы делаем? Мы открываем меню. Далее ищем здесь пульс. Вот находим, нажимаем. Тут у нас есть различный пульс. В принципе, он у нас будет измеряться как бы самостоятельно, просто если часы надеты на руку. Вот сейчас он у нас измерился, показывает вот такой вот пульс. И, в принципе, на этом все. То есть у вас будут автоматически измеряться часы. Не часы, пульс у вас будет автоматически измерять. Господи, я запуталась, но вы меня, я надеюсь, поняли. Часы будут автоматически измерять ваш пульс, если вы их носите. Все. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.